В утро во время рейдовых мероприятий бойцы пограничного наряда вынуждены были открыть огонь по нападавшим на них сельским жителям. Инцидент произошел в районе населенного пункта Дамба на берегу реки Урал. По предоставленной информации, ночью пограничники заметили на реке три малых плавсредства типа «Байда». Подозрение вызвало то, что лодки передвигались без сигнальных огней в темное время суток, а это уже нарушение. После сплавательных средств неизвестные начали перегружать мешки на подъехавший мотоцикл. При задержании выяснилось, что в них находится рыба осетровых пород в большом количестве. В то же время к месту происшествия прибыли около 30 неизвестных лиц, которые после требования отпустить задержанных перешли к открытому нападению. В целях пресечения противоправных действий офицер-пограничник сделал предупредительные выстрелы в воздух из штатного оружия. Однако это не остановило нападавших, они стали наносить офицеру побои. В условиях реальной угрозы офицер произвел выстрелы в землю. В это время неизвестные, воспользовавшись моментом, ушли по реке на лодках, а мотоцикл также скрылся в неизвестном направлении. Часом позже в одну из больниц Отрава обратился местный житель с касательным ранением ноги. В настоящее время проверяется его причастность к ночным событиям. По указанным фактам начато досудебное расследование и одновременно проверяется законность применения оружия военнослужащим.